Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На недавнем голосовании проект покинул новенький участник Дмитрий Савастьян. К Диме Талыбову пришли две девушки. Татьяне 19 лет, она из Одессы, и Юле 20 лет, она из Волгограда. Внешне ему очень понравилась Татьяна. Еще одна новенькая участница пришла к Филу Костробову. Кристине 25 лет, она из Ростова-на-Дону. И 23-летний Алекс из Алма-Аты пришел к Маше Филипповой. На поляне подрались Лера Фрост и Маша Кахно. Лера подумала, что Маша рассказала Захару Саленко подробности их похода в ночной клуб. Недопонимание и привело к серьезной потасовке. Катя Жужа поговорила по телефону с бывшей девушкой Никиты Шалюкова, и в ближайшее время девушка придет на проект. Никита признавался недавно, что он никак не может забыть свою бывшую, хотя и пытается построить новые отношения. На острове Никита нравится новенькой Кате Кузнецовой, но она не проявляет инициативы и ждет, пока он поставит точку в прежних отношениях. Опять конфликты в паре Лизы Триандафилиди и Ромы Гриценко. Девушка хочет идти в ночной клуб и считает, что в этом нет ничего плохого. Рома же считает, что это ненормально ходить по клубам без своего парня. Ему кажется, что Лиза поступает наперекор, не слышит его, он даже готов расстаться с ней из-за этого. Иосифу Оганесяну не понравилась идея Саши Черно отдать собаку в хорошие руки. Он хочет отдать животное обратно продавцу, чтобы вернуть уплаченные за него деньги. Участники Дома-2 публикуют фото с родителями. На снимках Алексей Чайчиц со своим отцом и Виталий Малышев с мамой. Женя Феофилактова в выступлении на канале «Спас» порассуждала о том, какие стали современные мужчины. «Раньше мужчина ассоциировался как богатырь, воин, — говорит она, — сейчас насекомое. Мужчины стали пассивны, и женщинам приходится брать все в свои руки». Многие ее поддержали в этом. Ольга Бузова зажгла с Филиппом Киркоровым на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Ольга устроила для фотографов и журналистов шоу с Филиппом Киркоровым. Она забралась к нему на колени и, смеясь, стала рассказывать что-то на ухо. Киркоров был не против. Бузова рассмешила подписчиков. На одном из снимков она обработала в фоторедакторе только одну ногу, которая выглядит стройной и подтянутой, а вторая же ножка осталась страшной и толстой. У Лилии Читрару начались проблемы с носом после нескольких пластических операций. По сети разлетелось фото Кристины Лисковец, на котором она позирует своей пятой точкой, и возмущение у пользователей соцсетей вызвал тот факт, что в кадре Кристина засветила прокладку. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.